Всем доброе время суток, представляю перед вами автомобиль, у нас Нива Урбан 2020 года выпуска. Автомобиль, как всегда, оснащен мотором 1,7 литра на механической коробке передач, на полном приводе. Ну и теперь начнем, значит, про историю автомобиля. У автомобиля свой родной пробег, кузов весь в родной краске, всего лишь один владелец, шикарная комплектация, красивый внешний вид. Литосики стоят очень симпатичные. Так, ну а теперь переместимся в салон, я вам покажу, какая же там комплектация, ну и потом на этом будем заканчивать. Машина, можно сказать, идеально новая, и пробег очень маленький. Значит так, здесь у нас с вами, можно сказать, идеально новый салон, как я вам говорил, очень маленький пробег. Салон состояния нового, карта дверей, панель, водительская дверь, состояние отличное. Спереди у нас стоят динамики от фирмы Pioneer. Магнитолка у нас с вами Kenwood, комплектация классная, с усилителем руля. Тут у нас с вами управление полным приводом, есть регулировка зеркал, подогрев передних сидений, есть кондиционер. Я сейчас вот им пользуюсь, кондиционер заправлен, все исправно работает. Значит, в комплекте будет полный набор ключей, это у нас, значит, с вами два ключа, это у нас, насколько я помню, ключ идет туда от багажника, туда от дверей, автозапуск. Томодавк, плюс, как я понимаю, запасной брелок от него, да. Ну и у нас с вами заведен автомобиль, ровно работает мотор, здесь свой родной пробег, он составляет 41 тысяча километров. Можно сказать, идеально новая машина с небольшим пробегом. Если вы для себя ищете свеженькую Ниву, приезжайте к нам на осмотр, вместе с вами мы осмотрим автомобиль, сделаем тест-драйв, заведем, прокатимся. Если вам все понравится, то машину без проблем у нас можете приобрести по системе трейдин в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь, спасибо вам за просмотр, хорошего настроения, всего вам доброго, до свидания.